Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Можно выдвигаться? Значит, ты все время ее так носишь? Если бы мы ждали, пока она сама дойдет, то вышли бы на пенсию. Тогда понеси меня тоже. Нет, слезай! Эй, не жадничай! А ну слезай с меня нахер! Вы двое сами понесете ленивца. Ну, я не говорила ничего, что могло бы ее напугать. Да от тебя так и веет властью, естественно, все стрессуют! Тагрюба! Тайфун затопил помещение студсовета и подземное общежитие, так что живущие на поверхности временно разделят свои места с пострадавшими. О, возражаю! Просто отправьте их домой! Что? Тебя давно рога не протыкали? Интересно, кому тебе подселят, Джин? Пофигу! И кто бы это ни был, я заставлю пожалеть его о том, что он родился! А с его соседом точно будет все хорошо? Но лучше потом проверить морги. Как ты сюда попала, извращенка? Козлина! Эй, не груби президента! В каком месте она извращенка? Она, блин, голая! Но с нашей точки зрения, вы можете быть куда более извращеннее. И не вздумай руки распускать! А нахрен мне это? Я стать президентом? Пиночек! Интересно, как она сюда попала? Эх, бедняжечка. Бери это и возвращайся в лес. Она надевает одежду. Президент! Она надевает одежду. Хватит кривляться, одевайся быстрей! Бессердечный! Теперь ты доволен? Не совсем. Думала, что остаюсь позади. Ведь все вокруг менялось каждый день. Но все же... Я могу быть президентом студсовета для всех. Эй! Зачем раздеваться? Оденься обратно! Эй, ты что делаешь? Джин, на тебя все хорошо! А как выглядит его комната? Нет, стой! Джин! Нет, стой! Хина, все совсем не так! Нет, извращенец! Я ничего не делал, черт возьми! Разве так можно? Вы все такие красотки, потрясающие! Нам можно! Нагота естественно для голых землекопов! Неприемлемо!